Привет, YouTube, привет! Вот очередная малюсенькая посылочка из сада пришла. Здесь у нас грибочки. Вот, сейчас откроем, посмотрим. Собственно, из-за чего все это решил дозаказать, потому что грибки, они не вечные. Вот, изнашиваются. Где-то жопку оторвал там, где-то он там треснул, разлезся, как вот такие вот грибки бывают. Уже, то есть, как бы подустали они, потому что работаю, в общем-то, одними и теми же, вот, довольно часто, потому что занимаюсь градом, вот, очередная вот машинка градовая, вот, сейчас посмотрим, что там внутри, вот, а внутри вот такая вот красота. Здесь у нас есть наконечнички, я заказал, и грибочки. Сейчас посмотрим, что тут к чему. Ну, вот такая картинка. Ну что, начнем. Вот под такие насадочки они у меня есть. Я их выделил в отдельную линию, как бы. Есть вот такие, на них можно. Она у меня, кстати, вот такая, из жигулевского движка. Вот, я просто одну наточил так, другую наточил так. На нее можно было одевать. Но я потом решил, что не заниматься ерундой, и выделил как бы в отдельную. Насадок тут дофига у меня всяких разных. Вот, и выделил их вот в отдельную, так сказать, категорию. Вот, для того, чтобы было, как говорится, поудобнее работать, помягче ими давить вот такие вот насадочки. Одни вот как бы резиновые, другие пластмассовые. Вот, ну и грибочки. Как я уже говорил, вот это вот градовые. У меня они были все. Красненький у меня потерялся как-то быстро. Вот, вот это вот тоже. Для того, чтобы работать на минимальных. Вот это самые маленькие грибки, и они очень востребованы у меня. Вот это вот наборчиком шло, вот, по-моему, если не вру, да, нюслевские, желтые, 4 штуки наборчик, он стоит почти 1000, ну, грубо, 250 рублей, грубо один, вот. Вот это вот тоже, собственно, разные. Ну, вот такая вроде мелочевка, но она нужная. Почему? Потому что, когда, как бы, много клеишь, вот, все это изнашивается. И у меня вот эти грибочки уже, бедолазки, вот он, вот, два штучки, вот такие вот, такой же вот желтенький, уже тут и рисунок-то выгрызся, хотя я, собственно, чищу только спиртом или бензином, вот, но тем не менее, от частых отрывов они подустали. Красный у меня такой же был, вообще потерялся, или оторвал я его, не помню. Но факт тот, что его уже нету. Вот такая вот песня. Поэтому я решил немножко дозаказать грибочков. И дозаказать вот этих вот наконечничков. В прошлый раз отбрал тоже. Наконечников уже тут мало-мало стало. Опять же, вот эти подножевые насадочки пластиковые тоже. Уже одна осталась. Но я не стал заказывать, поскольку очень редко я пользуюсь. В общем, вот такая вот маленькая посылочка, маленькая радость. Почему? Потому что будет чем теперь работать. Ну вот, новые грибки, это всегда хорошо. Вот такие дела. В общем, вот это вот все дозаказано, а это просто ради эксперимента. Вот такой еще один наборчик взял. Посмотрю, как он работает. Это у меня есть, а таких как бы не было. Посмотрим, поглядим. Почему? Потому что у них довольно-таки маленький вот овал. У них здесь. И здесь вот нанесен рисунок. К сожалению, почему-то автофокус не очень хочет наводиться. Вот, навелось. Вот такие вот это грибочки. Здесь у нас вот так. Ну и здесь мы видим. Здесь то же самое. Вот на красном видно. Красный и желтый абсолютно одинаковые. Просто на желтом плохо видно.
Вот такие дела. Цату, спасибо. Очень довольно-таки быстро, буквально даже недели не прошло, как они у меня уже оказались в гараже. Ну вот и все. Всем спасибо. Пока-пока.